Следующий участник пришел к нам на шоу старшим лейтенантом внутренних войск Республики Узбекистан. А сегодня он уже капитан. Чем еще удивит нас Давромбек Абдусаломов из Узбекистана? Я была в восторге от его тембра голоса, потому что я очень люблю такой тембр. Я люблю вот низкий, громкий, красивый голос. Когда я вернулся в Узбекистан после прослушиваний, мое руководство оценило мой маленький труд, и мне дали звание капитана. А в первый раз я приезжал сюда старшим лейтенантом. Я очень благодарен им за это повышение. Я пою с 6 лет, участвовал в детском ансамбле «Соловей», окончил музыкальную школу, а потом поступил в консерваторию и окончил ее в 2011 году. Так что сейчас я на сцене благодаря своим родителям, которые вели меня с детства. Евгения Мартынов. Я подготовил песню Евгения Мартынова «Лебединая верность». Мы много работали над этой песней. Окушлар садоката. В самом начале с этой песней были некоторые сложности. Когда я услышал ее в первый раз, мне показалось, что она технически сложная. Но в итоге, я думаю, я совсем справился. Мне нравится окончательный вариант. Меня вдохновляет все, что есть вокруг меня. Сама жизнь, красота нашей земли, спокойствие, понимание, что родители живы и здоровы. Обычные вещи и есть мое вдохновение. Этот проект любят не только в Казахстане, его любят и узбекистанцы, и во всем мире смотрят. И мы сегодня очень рады, что наш соратник, наш сослуживец, наш друг, брат, капитан Давромбек Абдусаломов участвует в таком замечательном проекте. Давранбек Абдусаломов является начальником ансамбля караульных войск МВД Республики Узбекистан. Он с честью и с достоинством прошел в полуфинал. Мы все собравшиеся, друзья, близкие, родные, сотрудники, от всей души поздравляем его. Давранбек, Олга! 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 Рахмат, рахмат. Спасибо большое. Это очень мотивирует и поддерживает. Даст Бог, не подведу вас. Вперед! Спасибо большое. «Лебединая верность» в исполнении начальника ансамбля караульных войск МВД Республики Узбекистан Давронбека Абдусаломова. Над землей летели лебеди солнечным днем. Было им светло и радостно в небе вдвоем. И земля казалась ласкова. Вдруг по птицам кто-то выстрелил, и вырвался крик. Что с тобой, моя любимая? Отзовись скорей. Без любви твоей небо все грустнее. Где же ты, моя любимая? Возвратись скорей. Красотой своей нежной сердце мне согрей. И была непоправимую эта беда.
что с подругою не встретится он никогда. Лебедь вновь поднялся к облаку, песню прервал и, сложив бесстрашно крылья, на землю упал. Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал. Пусть летят по небу, пусть летят по небу лебеди над землей моей. Спасибо. Вам понравилось выступать в полуфинале? Да, очень. Даурынбек, я хочу поблагодарить вас от всей души за то, что вы максимально продемонстрировали разные грани своего вокального таланта. Мы все были восхищены вашим выступлением во время прослушиваний. Не знаю, я ждал чего угодно, но только не этой песни. Очень неожиданный выбор, и я считаю, вы попали в точку. Сегодня как будто бы больше артистизма вы добавили в то, что вы есть. Вы прекрасный, вы профессиональный и артист, и руководитель замечательного ансамбля караульных войск Министерства внутренних дел Республики Узбекистан. И сегодня это, безусловно, успех. Спасибо огромное. Как Селик сказал, да, действительно, она такая, не давно я не слышал эту песню. Она очень непростая песня. Мне показалось, что вот это чуть-чуть драматизма не хватило, чтобы вы рассказали об этой песне. Я хочу, чтоб... Ну, понимаете, да, чуть-чуть прожить. Вы очень красиво спели. То есть в музыкальном отношении к вам никаких там нету, как говорится, предъяв. Теперь только, как говорится, слово зрителю. Спасибо. Спасибо большое. Вот такие у нас руководители, сильные, с сильным голосом, с невероятно крутым талантом. Вы гордость нашей страны, вы гордость ансамбля. И знаете, я вам что скажу, вы на прослушивании уже шокировали нас со своим красивым номером, с наипрекраснейшим, шикарным голосом и выступлением. А сегодня на сцене Central Asia's Got Talent в полуфинале вы просто... влюбили в себя всех, не только членов жюри, зрителей, всех-всех нас. Спасибо. Огромное большое спасибо. Я горжусь тем, что у нас вот такие талантливые руководители представляют нашу страну, Республику Узбекистан. Катта рахмат. Спасибо большое. Верно служу Республике Узбекистан. Вау! Кобрахмет, удачи!